Всем привет! Сегодня у нас новая посылка. Посылка от компании TronSmart. И здесь находится, можно сказать, уже легендарная колонка Element T6. Мне было интересно сделать обзор именно на эту колоночку, потому что у многих блогеров она уже была на обзоре, и почти все говорили, что это лучшая колонка из Китая. И мне стало интересно сделать обзор на эту колонку. Коробка здесь такая вот красивенькая, стильненькая. Здесь всякие технические характеристики. Здесь можно как-нибудь вешать. Коробки никаких претензий, она такая даже крепенькая. Открывается она у нас вот так вот на магните, и внутри мы видим саму колонку. Компания TronSmart, когда придумывали дизайн этой колонки, наверное, вдохновлялись термосом, потому что он очень на него похож. Давайте посмотрим, что еще есть в комплекте поставки. Такая вот коробочка с надписью TronSmart, и здесь у нас находится микро-USB кабель, кабель AUX. И вот такое вот достаточно большое подробное руководство пользователя. Даже есть на русском языке. Колонка выглядит очень стильно, она такая вот не маленькая. Не скажу, что прям легкая, не скажу, что очень тяжелая. Что касается динамиков, то один находится вот здесь вот сверху, а другой снизу, чтобы получился объемный звук, который будет слышен со всех сторон. Снизу у нас вот такой вот мини-сабвуфер, который действительно работает. Здесь у нас название компании. Сверху нас ждут клавиши управления. Здесь у нас play, пауза, кнопочки перемотки или следующего трека, ответ на вызов и клавиша включения, выключения. Также вот такое вот колесико регулировки громкости. Это очень удобно, намного удобнее, чем вот так вот нажимать клавишу. Просто вот так крутите и изменяете громкость. Это прям очень круто. Также у нас здесь светодиодное колечко, которое при максимальной громкости начинает гореть красным цветом. Также вот здесь вот у нас спрятались два разъема. Это разъем micro-USB и разъем AUX. То есть вы можете подключать телефон по AUX или по Bluetooth. Давайте сейчас я попробую с помощью микрофона передать звук этой колонки и дальше уже скажу свое мнение про данную колонку. Если меня спросят, какую колонку я посоветую из Китая, то я однозначно скажу, что это TronSmart Element T6. Это действительно лучшая колонка из Китая. Здесь очень качественный звук, она очень громкая, и даже на максимальной громкости звук очень чистый. У меня было много колонок, и ни одна из этих колонок не может сравниться с этой колоночкой по качеству звучания, по громкости, по частоте. Это прям явный фаворит. В нем находится аккумулятор на целых 5000 мАч, и заявлено, что держит заряд он около 15 часов. Из небольших минусов назову, что здесь нет никакого карабинчика, никакой веревочки, чтобы куда-нибудь ее повесить. Это такой мини-минус. Также не заявлено, что она водостойкая, и, наверное, даже под дождем с ней гулять нельзя. А в целом это действительно лучшая колонка из Китая. Стоит она, конечно, по меркам Китая не дешево, это примерно $40. Но этих денег она однозначно стоит. $40 за действительно классную колонку. Это прям точно можно покупать. Также в этой колоночке отлично присутствует бас. То есть бывают колоночки, где хороший бас, но плохое звучание. А здесь прям все сбалансировано. Это действительно самая сбалансированная колонка в соотношении цена-качество. Когда она ко мне пришла, мне было интересно сделать на нее обзор и посмотреть, настолько ли она крута. Я, если честно, думал, что она не будет отличаться от каких-нибудь топовых китайских колонок, которые у меня были, но она реально играет лучше. Пишите свое мнение в комментариях, как вам эта колонка, возможно, вы уже ее слушали. Ну а дальше будет конкурс, участвуйте, побеждайте. Пока-пока!